МЧС рекомендует жителям Тверской области обратить внимание на печное газовое отопление. Ежегодно в осенний период холодов возрастает количество пожаров, связанных с нарушением правил пожарной безопасности при их эксплуатации. Для того, чтобы предостеречь жителей от происшествий, сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Калининском районе. А вместе с ними и была наша съемочная группа. С приходом холодов жители частных домов все чаще прибегают к использованию печного или газового отопления. Совершая обход, Илья Сидоров указал гражданам на ошибки при их использовании. Он напомнил, что печи требуют ремонта и обязательной прочистки дымохода. А дымоход когда чистили? Особое внимание он уделил и газовым плитам. Ни в коем случае самостоятельно нельзя подключать газовый баллон. Для этого есть спецслужбы. Баллоны емкостью 20 литров должны находиться на улице в металлическом ящике, а газовый шланг не должен быть резиновым. В ходе рейда удалось пообщаться с жильцами, кто приезжает в поселение на выходные. К ним особое внимание. Зачастую такие категории используют электрические обогреватели. Вы обогреватель нам составляете? Нет. Включайте. По окончанию каждого профилактического инструктажа всем домовладельцам были вручены памятки по соблюдению требований пожарной безопасности в жилых домах с указаниями номеров телефонов экстренных служб. Получай памятку. Обязательно изучи, всем расскажи. Братьев, сестер, береги. Ни в коем случае нельзя без присмотра или прибора оставлять. Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям региона. Будьте бдительны и осторожны. Не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей.